Мой дорогой Фродо, однажды ты спросил меня, все ли я рассказал тебе о своих приключениях. И хотя я могу честно признаться, что сказал тебе правду, возможно, я рассказал не все. Бильбо Бэггинс, я ищу кого-нибудь, кто готов к приключениям. Я не могу просто исчезнуть. Ни с того, ни с сего. Я ведь Бэггинс. Стой! Из Бэк-Энда. Бильбо, позволь представить тебе. Фили, Кили, Оин, Глоин, Двалин, Балин, Бифур, Бофур, Бомбур, Дори, Нори, Ори. И их предводитель Торин Дубощит. Мы бредем сквозь мглистый гор хребет. В пещере там не брежет свет. Ветра стонали в мраке ночном. Шептали ветви все о своем. Багровый всплеск нам нес конец. Запалыхало все огнем. Я не гарантирую его безопасность. Я понял. И не буду отвечать за его судьбу. Тебе будет что рассказать, когда ты вернешься. Ты можешь обещать, что я вернусь? Нет. И если вернешься, ты уже не будешь прежним. Меня зовут Бильбо Бэггинс. Бэггинс? Что это еще за Бэггинс, моя прелесть? Где кончается ваше путешествие? Ты ищешь способ заслужить право на трон. Возможность вернуть родной дом и убить дракона. Не думай, что я не убью тебя, гном. Когда мы позволяли злу быть сильнее нас? Эта война не наша. Нет, это наша война. А если это ловушка? Вне всякого сомнения, это ловушка. Такова природа зла. Со временем все нечистые твари возвращаются. Если вы разбудили этого зверя, он уничтожит нас всех. Это что, землетрясение? Нет, мой друг. Это был дракон. Торин, ты обещал. Ты принес лишь смерть и разорение. Гора твоя, тебе этого мало? А теперь будем ее защищать. Я пришел за тем, что принадлежит мне.
последний ход. В давней игре. Этих летучих мышей вывели с одной целью. Убивать. Предоставьте Саурона мне. Бильбо прав. Ты не видишь, кем ты стал. Все, что я сделал ради них. Ты это начал. Но с твоего позволения, закончу это я. Что остается делать? Перед лицом смерти. Я не буду отсиживаться, пока другие гибнут за нас! Осталось ответить лишь на один вопрос. Чем закончится этот день?